Всем привет! Вот такой сок из абрикоса я приготовила. Два ведра абрикос у меня было. Абрикосы обычные, я не знаю, какой там сорт. Да просто с дерева нарвала. Короче, я не знаю, какие они. И вот такое варенье сварила. Вот такое варенье. Очень-очень вкусное варенье. Очень. С добавлением грецкого ореха. Всем привет! Сегодня у меня грандиозная закатка. Абрикос. Абрикосы перемываю и убираю косточку. Справилась я с поставленной задачей. Два ведра у меня было абрикос. И срывала я их сама лично с дерева. Но пока привезла, вот посмотрите, сколько отхода. Очень много отхода. Значит, в тазу у меня мягкие, совсем очень мягкие. А вот на варенье, вот буквально сколько у меня получается. Видите, я такие вот, где плотненькие половинки. Значит, с этих абрикосов я буду варить варенье. Дело в том, что, друзья мои, варенье мне много и не нужно. У меня варенье есть еще с прошлого года. В прошлом году я консервировала варенье, есть на моем канале. Значит, сгущенка есть, абрикосовая, есть на моем канале. Заходите, смотрите. А сейчас я приготовлю буквально немножко вот этого, из вот этого варенья и сделаю сок очень вкусный. Очень вкусный сок из вот этих мягких абрикосов. Сейчас переходим на кухню. Для приготовления сока ставлю на газ очищенные абрикосы и добавляю просто обычной очищенной водой. Воды я добавляю так, чтобы абрикосы полностью были покрыты. Вот так. И сейчас перекипячиваю это все минут 5. Как только закипит, 5 минут и отставляю. Для приготовления варенья у меня здесь где-то килограмма 2 абрикос. Я добавляю 0,5 килограмма сахара. Засыпаю. И отставляю. Пускай пустят сок. Смотрите, проварила минут 5, да? Друзья, в идеале было бы сейчас выключить газ и остудить. Потом перебить блендером и процедить через ситечко или каким удобным вам для вас способом. Но так как я хочу сегодня покончить с этим соком, потому я сейчас буду вот так, не буду перебивать блендером, потому что горячее, очень опасно. Вот. И я, значит, просто аккуратненько переливаю через ситечко, процеживаю вот этот сок. Вот этим способом. Смотрите, какой сок у меня получился. Видите, какой хороший. Так. И вот сколько жмыха. Видите? Ставлю на огонь. Добавляю сахара по вкусу. Сейчас я добавлю 0,5 килограмма. Попробую. Может быть, еще нужно будет. Так, попробовала маловато. Добавлю еще 0,5 килограмма. Потому что у меня сока много получается. Здесь около 1,5 ведра абрикос. Закипел мой сок. Я его пробую. И так, знаете, еще бы вот немножечко сахара. Ну, грамм 200, наверное, где-то. В результате кило 200 сахара я добавила. Перекипятила минут 15. Перекипятила. И убрала вот эту пенку. Пенки здесь было очень много. Я ее убрала. Можно добавить лимонную кислоту. Но в абрикосах, именно в этих, кислоты хватает. Поэтому я не буду добавлять лимонную кислоту. То есть сахар, лимонная кислота. Можно добавить апельсин. Но у меня его нету. Сейчас вот 15 минут прокипело. Банки стерилизованные. Закатываю, укутываю в одеялко до полного остывания. Закатала я сок. Вот осталось. Завтра утром попробую. Ну, а варенье я буду закатывать уже завтра. Пусть стоит. Ночку постоит, ничего страшного не будет. На следующий день. Вот смотрите, один я раз проварила абрикосовое варенье. Сейчас включаю газ. И, значит, поджариваю орешки. Орешков здесь у меня, знаете, так, где-то
Стакана два прям хороших таких. Грецкий орех. Кстати, включаю этот варенье, проварю сейчас минут 5. Минут 5. Тут закипит и минут 5 прокипит, и я его выключу. Вот. Тем временем поджариваю орешки. Поджариваю, чтобы они такие, знаете, как хрустящие прям были. Вот такие. Так, может, еще чуть-чуть. Вот мне с орешками очень нравится варенье. Посмотрите. Еще я не показывала видео. Уже поздно просто. Смотрите, вишневое варенье с орешком я готовила. Это просто очень вкусно, друзья мои. То есть, по факту, орешки здесь очень-очень хорошо будут играть. Вот сейчас поджарю. Потом немножко орешки остужу. И буду снимать вот эти вот шкарлупочки. Чтобы как можно меньше. Не люблю с вот этими шкарлупочками. Вот так, поджариваю. Варенье немножко остыло. А я как раз вот эти орешки... Видите, от шкарлупки вот этой убрала. Так, высыпаю. И спешу, потому что сейчас могу свет отключить. Хочу побыстрее это сделать. И сейчас провариваю минут так на маленьком огне, минут 10-15. И закатываю в баночки. Нужно, конечно, опять же пробовать. Может быть, кислоты мало нужно добавить, лимонную кислоту. Вот. Больше никаких приправ я сюда не добавляю, потому что это очень-очень-очень и так будет очень-очень вкусно. Закипает быстро. Ставлю на самый маленький огонь. Вот пусть, чтобы вот так вот, знаете, как будто бы орешки даже уже... Вот смотрите, слышите, как они тарахтят? Вот от ложки тарахтят. Вот так попробуешь, а они уже и не тарахтят. То есть они уже напитались вот этим соком, вот этим вареньем. Посмотрите, какое варенье получается. Густое. Очень-очень вкусное. Посмотрите, это оно. Еще вот варится, да. Завтра я покажу вам уже в готовом виде. Сейчас я баночки простерилизовала и буду закатывать в полулитровые баночки. Вот так я просто укутываю в полотенечко и все. Смотрите, сколько еще осталось варенья. Вот, я вам покажу, как оно остынет, какое оно будет. Кстати, похвастаюсь, вот такой компот еще сварила. Очень вкусный. Абрикосы, яблоки я специально помяла для того, чтобы мякоть сюда в этот в компот вся ушла. Вкусный компот. И чуть-чуть добавила базилика. Рецепт, как я готовлю компот из абрикос, есть на моем канале. Кому интересно, заходите. Встречаемся завтра. В результате, посмотрите, друзья, у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5 литров по полтора. Это 7,5, 2, 9,5, 10,5, 11 литров сока. И 3 полулитровых баночки варенья с этим грецким орехом. Вот посмотрите, какое это варенье. Сейчас я вам показываю. Видите? А оно вкусное, это вообще. Это очень-очень вкусно. Очень вкусно. Такое же по типу варенье я готовила из вишни. Вот оно. Но видео еще не вышло на канал, потому что пока я записывала видео, уже черешня уже вся отошла. Вот. Это видео, возможно, будет в следующем году. А вот это сок. Было пол-литра сока. Значит, я пришла с работы. Как попробовала этот сок. Посмотрите, какая густота. Мне так хотелось этот сок весь выпить. Но думаю, надо же поделиться с вами. Понимаете? И вот, показываю результат. Вот посмотрите, какой сок классный. Вкусный. Просто, не знаю, как даже вам сказать. Это вкуснятина. Успейте приготовить, пока еще есть абрикосы. Причем любые абрикосы. Друзья, понравилось вам видео рецепт? Ставьте лайк, подписываемся на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Я стараюсь, друзья мои. До новых встреч на моем канале. Пока-пока.